Здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел поговорить о японской головоломке, которая называется Ками. Тут есть классические пазлы и премиум пазлы. Давайте посмотрим классические. Вот список уровней, которые мы будем с вами проходить. Давайте я вам объясню принцип данной игры. Смысл такой, что нам нужно на доске закрасить одним цветом, например, красным или темно-зеленым, всю доску. С правой стороны есть у нас типа панельки, да? Что они обозначают? Если мы, например, нажимаем вот этот, да, цвет, и тапаем вот на этот же цвет, у нас не он не закрашится, потому что именно этим цветом будут закрашиваться другие цвета. А нажав вот эту красную, да, у нас закрашивается вот этим вот темно-зеленым цветом. И наша основная задача, чтобы пройти каждый уровень, надо закрасить полностью одним тем же цветом. Игра очень стильно сделана, мне очень она понравилась, то, что вот так красиво закрашиваются эти цвета. Вот, и так складывается у нас бумага. Обалденная игрулька, думаю, многим понравится. Любите головоломку. Мне она очень-очень понравилась. Блин, что-то я заново нажал. Вот, музыкальное сопровождение тоже очень-очень сильно радует. Так, какой тут следующий уровень? Вот этот уровень не проходит. Да что такое у меня непонятное происходит? Ну, вот видите, если вы будете нажимать вот таким вот образом, у вас будет закрашиваться маленько по-другому цвета. Давайте выберу я вот этот уровень. Он более сложный. Тут надо уже думать, какие цвета. Допустим, давайте сделаем зеленый цвет. И посмотрим, смогу ли я этот уровень пройти. Нам дает определенное количество ходов. Как понимаю, три минимума вот снизу изображено. Но я, как понимаю, не смог пройти за три хода. И поэтому я не справился. Также есть различные подсказки. Справился, то есть 4 попытки. Также есть различные подсказки. Вот у нас снизу такая лампочка. Можно некоторые подсказки покупать, а некоторые нам доступны. Если мы нажимаем их, да? А вот я одну подсказку использовал, и сейчас с меня требуют денежки. Очень-очень крутая головоломка. Всем-всем-всем советую в нее сыграть. С вами был Android Androidович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!